Доброго всего времени суток, с вами Текстер, и мы продолжаем играть в XCOM Chimera Squad. У нас тут осталась миссия. Ну, можно вот это. Но тут неизвестная цель. Завершить день мы завершать не будем. Вот тут баблище дадут. Я вот прям туда хочу. Звонок с полиции 31-го. Подозреваемый вытащил запрещенную пушку и открыл огонь в ходе задержания. Они предлагают нам осмотреть место преступления на случай, если это поможет в текущем расследовании. А день совершить? Даже не знаю. Два дня. Давайте вот отпробовать. Только в этом районе проходит операция противника, но у нас мало сведений, чтобы остановить. Недовольство жителей будет повышаться в течение всего времени. Можно ускорить расследование, выполняя задания, которые дают наводки. Наводка и насало. Нету. Заменить. Ну чё, место... А, это что такое дают? Открывает доступ к рынку собирателей. А, знаю такое. В ролике было. Там всякие запчасти. Тут чего? Тут 65 очков хрена. Хрена лысого. Тут. Ну тут с 50 можно. Вот это. 10 инсилерия. Рассвет, да. Даже не знаю. Кредит нужен. Ждем. Так, вот бабло. Идем. Идем с баблом. Погнали. Да, завершу день. Что еще делать? А, вот так достали. Ну, хорошо. Ну, у нас недовольство там. Сегодня городской совет назначил советника Парату заместителем мэра до проведения выборов. После заседания советник Ворту выразил недовольство этим решением. Он был против большинства решений мэра Найтингейл, но вы думаете, что этого не заменит? Что он на Белиске похож? Вот что сказал заместитель мэра. Это тяжелое время для всех нас. Моя задача обеспечить работу правительства до выборов нового мэра, ни больше, ни меньше. Мы будем держать вас, в курсе событий. Один день остался. Я не знаю, как победить. Так. Давайте мы ее еще потираним. Здоровье увеличивается на 2. Окей, берем. Фигач. Качать-то качать. Так, баблище. Баблище у нас. Почему запись-то запущена? Я нажимаю просто тут, и запись появляется. Но у вас не отображается. Но Shadow Play пытается. Так, давайте смотреть. Оснащение. Броня. Никак. Броня. Никак. Выходим. Тут. Дополнительные прокладки. Адаптивные волокна. Ну, инъекционные патроны. Допрос приносит гораздо больше информации, чем отчет по патологоанатому. Трассирующие пули, меткость. Слушайте, мне вот это вот хочется, пожалуй. Берем. Ну и нормально. Так. Оружечко. У нас ходит вот это. Вперед. Оснащение. Пулемет. Обезвреживающий гранат, подрывной заряд. Инъекционные патроны, двери. А мы одному только взяли, да, получается? Ну-ка, допустим, я вот этому захочу. Да. Только одному. Все, понятно. Сидите дальше. Так. Это лечится, это у нас это непонятное подкрепление, неведомое. Последнее слово техники. Чего вот тут как?
Давайте сюда. Сбор средств. Патрулирование. Выберите оперативную единицу. Качается оперативная единица. Кредиты. Разведданные. Ёлки. Так, расследование. Что с расследованием? Обзор фракций. Событий нет активно. В процессе. Расследование открыто. И чего? Я так понимаю, мне фармить. Фармить. Полевые отряды есть? Хрен лысого. Ну, я вот это могу, но мне Иллирия. А что мне Иллирия-то? Суда надо улучшать. 80. Да. Минус 2 к недовольству. Вот это улучшить, да, здорово было бы. Так, ну давайте вот сюда. Полиция 31 узнала о некоем инструменте с иллириевым источником питания, который использовали для серии краж со взломом. Мы должны конфисковать его, прежде чем владелец успеет скользнуть. Давайте успеем. Иногда нужно проникать на вражескую территорию. Чаще всего мы это делаем, когда ищем контрабанду. Забирайте контрабанду и возвращайтесь, не мешкайте. Не мешкаем. Подкрепление. Чего? Куда? Ладно. Видимо, на каких-то миссиях есть подкрепление. Не на всех. Подтверждаю, есть контрабанда. Рядом враги. Чё-то хреново. Слабо видишь, по врагам труднее попасть. С парадного, конечно. С шумом и грохотом. Все сюда, короче. Так. Где мой робот? Штурм, короче. Открываю проход, бабах. Так, у нас один агрессивный. Вот он. Огонь. Промах. Косой пень. Все в гадюку. Промах. О, ушатали. И готово теперь. Не убили. Долбаная гадюка. Надеюсь, он не первый будет. Это есть наш цель. Есть там хоть. Так. Легионер. Но я могу попробовать его вырубить. На двоечку. Наносится. Сколько наносится-то? 2-3. Не, не этого. Нет, вот того надо. Да, вот его. Вперед. На 3, я что-то сомневаюсь, он здоровый. Смотри, вырубил. Цель арестована. Так. А вот этого придется ввалить, потому что он ходит следующим, наверное, да? Да. Сокрушение. Вперед. Дезориентация. Хорошо. Побежал. Отлично. У тебя дезориентация, нет? Понятно. Ну, с этой сами понимаете. А, нет, не этого, не этого, не этого. Вяжи его. Come on. Опутывать. Хоба. Что сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Так. До этого не дотягивается. Беги, черт. Так, хорошо. И подготовку. Ну,
Вязать, пинать. Держи его. Вяжи его. Души его. О. Дезориентация снята. А вот подкрепление придет. Так, давай сюда. А, вот тут попрет. Сейчас. Стоп, иди туда. Работать будешь. Оп. Открыть, закрыть сундук. Давай. Забрали. Еще выйти надо. Хорошо. Отпускай. Глуши его нафиг. Вперед. Ты же можешь уходить, что ли? А, ну... Погоди. Ладно, уходи. Эвакуация. Сейчас подкрепление придет. Уйдем этого андроида своего. Или это их, это их подкрепление. А какого хрена? А где мое-то? Мне нужно мое подкрепление, господа. Так, гадючка ходит. Нет, гадючка. Да. 65. Че-то хреново. Ладно, давай. Попал. Так тоже бывает, да? Так, легионер. Давай в упор. Хрен. Ты должен был сдохнуть. Так. Промах. Так, тут валяется. Ходу. Чеши давай. Еще вырезали. Вот. Ну ладно, мы следующим ходом можем уйти, на самом деле. Так. Гадюка уходит последний. Это плохо. Тогда прячемся. И отстреливаемся. Так. Гадюк-то можно было поднять. Пробуем. Командная работа. Подняли гадюку и выходим. Успел. Ну и все, разбегаемся. Так, а вот у него задержание, оно завершит ход? Дай попробуем. Ай, они ходят. Аксиом, держись. Держись, два урона. Ой, сейчас его уже. Неуязвимость яд, здорово. А что ты побежал туда? Ну и беги туда. Не нафиг, не стреляй. Аксиом, держись. Промах, отлично. Ну, я добыл еще одного пленного. Это здорово. Я убегаю. Фух, чудом ушел. Где мой андроид? Ну где андроид? Устройство конфисковано. Хотя устройство представляет собой грубую подделку, но все равно щелкает электронные замки корешки. Ему нечего делать в руках преступников. Ну ладно. Странно это. Ну ладно. Уровень недовольства вырос. До 5. Серый Феникс посещает инопланетян, которые разбираются в технике, инженеров, ученых и механиков. Положить конец этим преступлениям, чтобы похищенные вернулись к своим семьям.
Да мы положили. Но тут ничего нету. Доступно повышение. А, новый агент придет. Выстрел дробью. Кинетический щит. Давай вот этого. А, вот. Повысить звание. Так. Сетевая поддержка. Плюс 5 меткости и плюс 10 шансов критического попадания за каждого врага в телепатической сети. Хрен знает. Враги в телепатической сети не умирают, а теряют сознание. Мне это больше нравится. Зеленый. Аксиом иногда может снизить урон от успешной вражеской атаки до 1. Сокрушение также наносит небольшой урон всем врагам рядом с целью. И может дезориентировать, оглушить или даже оставить их без сознания. Нет, давайте вот это. Пусть он дольше живет. Что он там сказал? Я нажал просто в этот момент. Так. Девка не занятая. Давайте в спецоперации засунем. Патрулируем 3 дня. Кредиты, разведданные. Или давай вот это. Начать. Работай. Так. Сборка завершена. Модульное оружие. Хорошо. Доработанная броня. Броня. Доработанная броня. Приоритет. Андроиды в личном составе. Давайте. А так не в личном составе. Черт его знает. Ладно. Так. Ну тут же пенамбур. Соберите информацию о торговле людьми. Вот оно, задание пошло. Наводка на одной из операций Серого Феникса по торговле людьми привела полицию в популярный ночной клуб. По словам детектива, через это место прошел не один десяток инопланетян. Постарайтесь найти улики, прежде чем это место закроют. Да-да-да. Если враг предчувствует свое поражение, он может пытаться ограничить и потерять на поле боя. При вашем приближении бойцы могут уничтожить улики или взорвать бомбу. В обоих случаях надо их остановить. Я воль. Ну, брать мне нечего. Брать мне нечего. Пошли. Все мое ношу с собой. Когда этот клуб использовали для торговли инопланетянами людьми, полиции 31-го так и не удалось искать владельца. Теперь в здание прибыл Серый Феникс. Мы полагаем, что они хотели уничтожить улики, которые связаны с заведением. Не дайте им это сделать. С большим удовольствием, я рад наказать любого, кто держит людей на поводке. А что это она выступила? Да. Ладно. Ух ты, смотрите, сколько всего. А, и каждый по одному. Очередь следующего хода бойца смещается вперед, наступится сразу после хода предыдущего агента. Какого? Воспользуясь этим ходом, бойцы получат плюс аспект защитить на один ход, ладно. Каждый успешный выстрел по врагам во время штурма будет оглушать их. Ну, тут без вариантов. Каждого по одному и все. Тут... А как еще? Ну просто местами их поменять. А, так все в одну дырку ломанулись, смотри. Питон, агрессия. Вали его. Нет питона. Легионер, готовность. Легионер, агрессия. Питон еще один огонь. Мало. Как плюнул, блин. Ну давай, в этого 77%. Без сознания. А, там пули специальные. Промах.
Все, все отстрелялись. Мои живы. Нормально. Так. Че тут сзади кто-то пытался? Нет, не пытался. Окей. Питон. Питона бы, наверное, ушатать. Первый уходит гадюка. Но мы гадюку, допустим, уложим, то остается легионер. Не айс. Гадюку можно попробовать взять в контроль. Так, давай сюда. С тыла не попадешь. И легионера стрелять нахрен. Не-не, легионера. Фига, да, 100%, на. А чё ты не сдох-то? Она же вся светилась. Так, гадюка. Ну, легионер-то я скручу. А давайте его и скрутим. Черт, с гадюкой. Вот она пришла, плюнула ядом. Неуязвимость к яду. Все хорошо. И бонус себя отгребла. Хорошо, питон. Питон. Ну я на 3 могу его не поймать. You owe me. Таково. Спасибо. Спасибо. Это было круто. Своего языком протянуть. Ну, наверное, я его спас что-нибудь. Ушатали питона. Хорошо. Так, гадючку. Ну, вдвоем-то мы ее сделаем. Шипим, шипим. Так. Давай сюда. Уложим. Своего языком это было здорово, конечно. Но это, я так понимаю, первая комната, там пистол один из трех. Вы приближаетесь к VIP-залу. Ну, то есть залу для настоящей вашей персоны. И в чем смысле, в каком это слово используем мы? А в каком вы используете? Доверх напитый VIP-ми зал — это кошмар командира, которому поручили спасти заложников. Так, шумом, грохотом, наверное, сканирование. Будет отмечен. А это мне поймали, да? Плюс 3 к передвижению. Здорово. Каждый успешный выстрел по врагу будет критическим. Погнали. Так. Давайте вот так. Я же подумал было, что время идет. Не, нормально все. Так. А давай вот так. А этих сюда. Time for fireworks. Бум. Так, питон не готов, питон нафиг. Вот, гадюка, агрессия, пошел. Слабо. Так, легионер, агрессия. Естественно, вали его. Промах. Лох. Ну, попал. Сдохло, не сдохло. Не сдохло. Фигач. Паника. Здорово. Ну, вас тут до хрена. Тут реально до хрена. Так, мне нужен ящик. Ага. Зачистите зону, заберите улику. Хорошо.
Товарищ Бёрч, что вы нам имеете сказать? А, это не Бёрч, это девушка. Так, стоп. Давай отсюда. Руби его. Оп. Повис. И чё? Ты хочешь выстрелить? Не надо. Ух ты, хламёт, гадюк. Так, гадюка. Гадюка надо что-то делать. Мне можно застрелить, конечно. Пытаться. От одного до двух действий. Ну давай попробуем оцепенить ее. Оглушение 2. Хорошо. Так, там гадюка пришибленная. Тут гадюк не пришибленная. Лови. Вот так вот. Чтоб совсем тебе плохо было. Паника, паника, паника. Не паника. Так. Следующий гадюк идет. Такая питон идет. Ага. Оглушить я его не оглушу. Бешенство. Ярость повысить нет. Сокрушение. Ну давай попытаемся, нет, тебя. Легионера было бы здорово, но нет. Вот тебя. Там что-то мигает, у меня такое ощущение. Ладно, попытаемся. Там что-то на камеру похожее. Вынес, молодца. Так, следующий, еще один питон. 1 из 6, это кто? Это вот тот. Ага. Вырубай его. Эй, вот так. Почему бы тебе не полежать? Точно. 2 раунда осталось. Блин, мы на время. Я что-то это... Не понял. Так, ты. Ты ходишь следующим. А ты лечить, охрана. Так. Я спрятался за баллонами. Я орел. Себя можно? Так, что сделаешь? Бегает, бегает. Во всем. Там 3 хп. Не, ну в гадюку можно. Так. 81, это вот это. Давай, оцепенение на нее. Сюда. Выходи. Угу. Чего? Ты оцепеневший же. Ага, всего лишь царапина. Неизвестный, я думал, отцам. Сейчас вложим. У нас тут ярость и все такое. Так. Давай, сокрушай. Лежать. Козлина. Так. Чё, ты его видишь? Watch me move. Так. Она не оплетёт, да? Стрелять. Ну не сильно, но есть. Чё там у него осталось-то? Ёлки. 4. Потом он входит. Давай, терминалях, вперед. У нас 1 раунд остался. Ок. А то что уничтожит? Ну что сделаешь? У меня здоровья много. Обломись.
Так. Пошли. Ты его видишь? Видишь. Раз видишь, значит огонь. Оно сдохло. Легионер погибает. Все? Нет, не все. Суета на парковочной площадке. Кажется, они собираются уходить. Несколько охранников несут ноутбук. То, что нам нужно. Они здесь не для того, чтобы заместить следы. Не понимаю. Они освободили похищенных инопланетян и теперь защищают их. Это какая-то бессмыслица. Наоборот. И это не на шутку меня беспокоит. Ничего не понял. Так, ладно. Шум грохотом. Первый воспользуешься этим входом, боец будет обездвижен на один ход. Оружие последнего воспользуешься этим входом, бойца будет выведено из строя. Гадюка. Так. На ход. Первый. Верх. Аксиом. Гадюка. А, нет, последнего. Гадюка. Ей оружие не нужно. Штурм. Роботов надо, роботов. Я про не уверен, что у меня пятеро будет смотреть. Агрессия, гадюка. Вали ее. Косой пень. На троечку дай. Ушатали. Молодца. 64 последние в списке. Промах. Фигово. 4 мало. Мало. Вломили гадюки. Да я до хп. Смотри, сколько их. Пипец. Это улики, не дайте им удалить данные. Удаляющие файлы враги. Что это такое, непонятно. Ну ладно. Угу. Вот этого могу ушибить. Два хп. Вполне могу. Вон там, правда, вон там куча народа сидит. Огонь. А что делать? Блин, он тут здоровый бегает этот. А что по нему выстрелить становится? Промах. Он файл удалять будет, я правильно понимаю? Так, да. Эй, покажи, что там. Один хп остался, ёлки. Не, ну этого можно вырубить. Кто следующий? Вот тут легионер, ёлки. Давай. Сокрушать. Получено достижение управления гневом. Оглушение 2. Ярость мутона. Упал в ярость, ну хорошо. А дальше? Ярость прошла. Здорово. Черт возьми. Че, вали его. Здоровая, все хорошо. Так, там гадючки. Ладно. Взорваться за машина. Это фигово. Так, на мутона напали. Ярость плюс один. Ярость мутона будет? Нет. Нет. Так. Во-первых, уйти. Сейчас взорваться будет. А во-вторых. Аптечка.
Один хп, это серьезно. Доступно действие один. Протягиваю языком. Здорово. Перезарядка. Аксиом сейчас уложит. Можем просрать, кстати. Так, мы можем кого-то оцепенить. А кого-то пострелять. Вот это давайте оцепеним. Два удаляющих файла врага. Ай ты ж. И по гадючкам стрелять. Вот так. Ну не по гадючкам стрелять, хорошо. Блин, вот козел пришел. А там сейчас машина взорвется. Еще один. Просто она. Охрана. Не охрана. Стабилизация. Мое, но толку, толку, блин, в этом во всем. Вообще, мне убегать надо. Так, ладно. Стабилизация, стабилизация. Стрельба, стрельбой. Гадюка, вали ее. Да что ж такая косая? Ушла. Задание провалено. Заново. Во, блин, что называется, не везет. Сначала? Вы серьезно? Never figured out who was behind it. Now Gray Phoenix is on site. We think they're here to clear out evidence of their connection. Ладно. Don't let them. With pleasure. I'm happy to. Ну, до того же момента за кадром пропущу. Итак, я снова дошел до сюда, но немножко с потерями. У меня мой псионик отъехал в госпиталь. И вместо него ввели андроида. То есть андроид — это запасной боец, который, если кто-то отъезжает, вступает в дело. Вот теперь понятно, как это работает. Ну что ж, заходим. Попробуем в этот раз на стоянке все сделать хорошо. Так, мне нужны агрессивные, как ни крути. Промах, здорово. Один, царапина, здорово. Там скилл, наверное, был какой-то, да? Легионер, получи. Пять, мало. Легионер, добивай его нафиг. Царапина. А нет, уложили, все нормально. Не готов, паника, хорошо. Своего еще лучше. Промах. Отлично. Так. Улики, улики, хорошо. Так. Ну давайте думать. Во-первых. Что мы можем проделать? Ну, эти все целенькие козлины. Вот эту мы можем пошатать. Ударить ее вряд ли получится. Так, кого ты, кого? Хотя, погодите, легионер, вон, его надо. Ну, типа, как выйдет? Хреново вышло. А, в наблюдение перешли, да, хорошо. Двое сейчас пойдет. Ой, елки, меня мало, мало меня. Так, промах в терминалике, ладно. А больше никто в наблюдение не перешел, да?
А жаль. А чем впадет? Ну, два раза подряд мимо не бывает. Так, гадюкина. Ну, я могу все притянуть, но это как-то не очень, поэтому стреляй. Так, какую? Это в панике. Вот, 6-6 легионер, вали его. Отлично. Ну ты все в панике, там, выходи из паники, ага. Чуть был за лобах. А, Аксиом в ярость пришел. Летит к силу. Почему он сразу взорвалось? Вроде не горело. Ок. Аксиом. Она сходит гадюка. Какая? Дальняя. Не добегу. Вторая гадюка. Вот это. Фигачим. Фигачим. Нет. Нет. И нет. И нет. Нет, и вот да. Стоем, вот. Давай из-за угла. Лежамба. Так, гадюк пришла. Что будешь делать? Ай, отравление. Зла. Но у меня робот есть, конечно. Так, ой, тут паладин. Нам не страшен паладин. Много нас, а он один. Царапина? Серьезно? Хорошо, ушел. Если я ни разу... Что такое? Кого-то подтащит, да, себе? И ушел в конец хода. Ладно. Так. Леди, что ты можешь сделать? Один хп, ёлки. После тебя ходит вот этот легионер. И вон та гадюка. Ок. Ну ладно, во-первых, на себя охрану. Это по-любому. А чё робот тут прилетел? Я не понял. Ладно. А я тут берёшь? Убрал. Так, прекрасно. У нее столько здоровья. Понял. Вот это ували. Да что ж такая косая, елки. Здание про. Они стерли. Они стерли. Да, слушайте, тяжело. Третья попытка. Так. Плюс 25 в защите на один ход. Плюс 1 в защите. Будут отмечены. Что бы это означало, я не знаю. Но будут отмечены. На один ход в защите. Давай. Сюда терминал Аксиом. Сюда. Вот это с гадючкой. Штурм. Каждый раз разные выпадают бонусы и дебафы. Бафы и дебафы. Каждый раз все по-разному. Расстановка врагов такая же, а вот эти бафы разные. 54%. Ну елки, ну попади ж ты. Хоть раз. Молодца. А ты упадешь? И ты упадешь. Вау. Гадюка, давай. Да, мы просто ждем. Вот этого мы не уложим. Но попытаемся. 4 тоже неплохо. Вот это мы зашли. Да, этот бежал, но как мы зашли? То есть шанс сразу уравняли, и все на одного больше. Так. Кто первый уходит? 6 из 6. Ага. Я понял. Чё, стрелять? Да не ты. Хотя можно и тебя. Это ж ты. Ты. Огонь. Ну не убил. Ну бывает. Так, я не убежал. Главное, чтобы не взорвалась моя машина.
Ох ты ж. Ладно, в единичку свели. Ярость. Сейчас тут долазишься. Я просто урон. Так, ты. Следующий ходит. Генер, который 2 из 6. А давай мы ему вломим. Не-не-не, не этому. Вот этому. А? Да. Вперед. Хрен ли время терять. На тебе, сознание. Следующая гадюка. 4 из 4 пункта. Мы ее не можем, но мы ее можем отцепить. Оглушение нахуй, тоже хорошо. Так, а их уже четверо. Так, а еще могу кого-то стрелять. Кого? Ну, даже не знаю. У нас следующий ходит паладин. Вот этот. На тебе. Это у тебя отцепенение же было? Нет? Не отцепенение? Ладно. Так, они что там открывают, надо их гнать. Так, кобра. Входит паладин. Удаляющий файл враги. Я даже не знаю, я должен ее... как-то убрать. Паладина мы можем убрать, не проблема. Давай отсюда. Я не пойму, как они файл удаляют. То есть он пришел, файл удаляет, да? Так. Или как? Так. Гадюку вот это. Ну ладно, вот так. Да нет, с места. Бежит. Так. Она каждый ход удаляет, я правильно понимаю? Промах. Ладно. Надо еще гадюку убирать. Не-не-не-не. Вот это. Да. Давай, сокрушай ее. Лежать, как я. Понеслись. Угу, отспенять. Так, я так понимаю, до конца хода он прилетел. Беги, 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 беги. Так. Выдергиваю его сюда. Нет. Нет. Вот его, да. И душить. Фиксация, хорошо. Вот так. Смог. 12 захваченных врагов. Информация о торговле людьми собрана. Серафиник заставлял инопланетян сюда. Держал в подсобках и увозил в другое место. Но это не тюремные камеры. Комнаты запираются изнутри, а не снаружи. Все говорит о том, что обстоятельства защищали. Они пытались похитить. Вот. Наконец-то. Ну, 35 телерия, 40 кредитов, 20 разведданных. До 3 упал. Прекрасно. Заплатка вернулся. Отлично. Отличная работа, Серафиникс. Больше не сможет. Серафиникс сможет. Как-то у них тут проскакивает, что я, ну... Разделение предложений. Серафиникс не сможет больше похищать людей. Здорово. А, ничего больше не происходит. Надо узнать, что их удерживает вместе. Весь город потрясен гибелью нашего мэра. Ты чувствуешь, что вы мусулите это? Но после всего, что нам довелось пережить, я не сомневаюсь.
мы достойно встретим трудности. Не пытайся послать горькую пилюлю, Роджер. Как чувствуют себя в безопасности, как похищают и убивают даже народных избранников? Ты совершенно права, это трагедия. Мы не забудем о ней, не простим виновников. А, это колонка нарисована. Но как нам жить дальше? Напряжение витает в воздухе на каждой улице. Вместе, Глорго. Вот так мы будем жить дальше. На долю нашего города выпало много угроз и испытаний, но мир мы добьемся только все вместе. Надеюсь, что прав. Так, у нас разведданные есть. У нас есть немножко кредитов, есть немножко Иллирия. Пройден курс подготовки, здоровье увеличено на 2. Прекрасно. Я бы аксиомов качал. Но не могу. Потому что он в ходу. Давайте вот эту девушку качаем. Надо всех по одному таскать. Так, доступно повышение. Повысить звание. Так, либо. Если терминал получает достаточный урон, чтобы потерять сознание, у бойца остается одно очко здоровья. После чего он погружается в стазис на один ход. Используется только один раз задание. Терминал выпускает не наносящий урон предупредительный выстрел, вынуждая врага отсрочить его действия. Ходов перезарядки 2. Ну давай такое попробуем спасение. Позволит выжить, может быть. Так, гадючка. Трудная цель. Затяжка может продвинуться в первый ход боя дальше обычного и получает постоянный бонус к уклонению. Это неплохо. Улучшает опутывание, позволяя ему наносить больше урона. Спорно. Давай дальше обычного. И уклонение. Так, хорошо. Ну что ж, поскольку оно сохраняет на момент окончания миссии, тогда давайте на этом закончим. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всего хорошего и до новых встреч.